Хорошо, что наблюдения за звездами остались в руках астрономов, а вот астрологи уже взглянули на их положение и составили советы для каждого знака зодиака. Попробовать свои силы в новой сфере звезды рекомендуют сегодня Овнам. Не откладывайте важные встречи. Чем раньше они состоятся, тем лучше будет результат. Сегодня стоит сосредоточиться на чем-то полезном. Это принесет хорошие результаты. День, наполненный волнениями, звезды сулят сегодня тельцам. Сегодня стоит ждать подвоха и невольно готовиться к неприятностям. Трудно будет сосредоточиться на делах, могут возникнуть проблемы в общении с коллегами. Серьезный день сулят сегодня звезды близнецам. Работа и учеба даются легче, чем обычно. С коллегами и руководством вы ладите лучше. Не исключено, что вам напомнят о каких-то давних обещаниях. Сегодня выполнить их будет нетрудно. У раков день не такой сложный, как может показаться. Из многих ситуаций есть выход, и вы обязательно его заметите. Окружающие могут вести себя странно и даже глупо. Порой совсем не так, как вам хотелось бы. Но повлиять на них едва ли удастся. Не стоит сердиться сегодня львам. Так будет гораздо проще и приятнее проводить время. Работа может отнимать больше времени, чем обычно. С этим вряд ли удастся что-то поделать. Не стоит бояться проблем и трудностей сегодня делом. Такой подход позволит добиться успеха во многих делах, в том числе сложных и важных. Не останутся незамеченными ваши профессиональные достижения. Не исключено, что вас как-то поощрят или предложат новую должность. Мрачные подозрения сегодня будут беспокоить весов, хотя день обещает сложиться неплохо. Если серьезно подойти к делам, требующим внимания, можно справиться с ними неожиданно быстро. Проявлять инициативу сегодня стоит скорпионам. Идеи, появляющиеся сегодня, очень хороши. Вы легко найдете людей, которые помогут воплотить задуманное в жизнь. Если вы будете настойчивыми, то сможете одержать верх над давними недоброжелателями. Больше думать звезды рекомендуют сегодня стрельцам. День подходит для проведения встреч и переговоров. Здесь поможет личное обаяние. Часто людям будет просто трудно вам в чем-то отказать. Стремитесь научиться сегодня чему-то новому, даже если полученные знания не найдут свое применение. Подходящий день для деловых встреч сегодня у Козерогов. Вам удается не только договориться со всеми, но и помочь людям, которые могут быть полезны друг другу. Найти общий язык с окружающими будет проще простого. Открываются новые перспективы, появляется возможность заняться тем, что давно вас интересовало. Мелкие трудности сегодня могут возникнуть у водолеев. Не исключены проблемы в общении, споры из-за пустяков. Обстоятельства могут складываться не самым благоприятным образом. Вам придется отказаться от каких-то планов, перенести встречи. Отличный день для общения сегодня у рыб. Хорошо проходят деловые и личные встречи. Будет возможность восстановить старые связи. Благодаря им вы почувствуете себя гораздо увереннее. Появятся новые рабочие проекты. Они дадут вам возможность проявить себя, а заодно и научиться чему-то новому, что вскоре очень пригодится.